Шанти-шанти РФ и ремень эластичный мультиразмерный, модель первая, потом действительно эластичный и, соответственно, мультиразмерный. На конце у нас он так он обшит, ну, что-то, видимо, кожа. Да, похоже на кожу. Здесь у нас есть пряжка, такая вполне себе симпатичная. Вот все смотрится неплохо, достаточно классично. Смотрим по размеру. Мой размер примерно 52-54, где-то в этих диапазонах. Вот, предположим, я делаю вот так, а потом, опа, я практически его пенетрирую, черт подери. Не знаю, как это еще назвать. И вы знаете, мне, в принципе, нравится. Он сидит плотно. Если я сейчас пойду съем пару бургеров, он немножко растянется, в общем-то. Благо, есть с кем. Вот. Если мы расслабим его, он тоже, в принципе, сидит неплохо. В общем, короче, хорошая вещь. Существует еще модель B, покажем его в соседнем ролике. Там немножко другое плетение. Мы так спросили людей, которые носят. Людям, которые носят, нравится больше вот это вот. Как сказать, диагонально. Если было полезно, ставьте лайки, заходите на наш сайт, подписывайтесь на канал, носите правильные ремни. В общем-то, ремень хороший, годный, вполне можно взять себе в коллекцию. Самое главное, не жмет, не дает.